Анонимный источник раскрыл место и примерную дату проведения ежегодной конференции для разработчиков WWDC, где компания Apple традиционно представляет новые версии своих операционных систем. Однако, судя по последним слухам, в этом году купертиновцы порадуют фанатов не только программными, но и аппаратными новинками. По данным источника, конференция Apple, как и в прошлом году, пройдет в конференц-центре Маканери в Сан-Хосе. Наиболее вероятная дата проведения WWDC 2018 приходится на период с 4 по 8 июня. В центре внимания на WWDC 2018 будет обновление программного обеспечения. Ожидается презентация iOS 12 и секунд улучшенной оптимизации, новой версии WatchOS и TVOS, а также macOS, пока еще нет никаких подробностей о каких-либо новых функциях. Что же касается аппаратных новинок, то многие источники сообщают об анонсе на WWDC 2018 планшетного компьютера iPad X. Ему приписывают тонкие рамки со всех сторон, камеру TriAdapt и поддержку технологии распознавания лиц Face ID. Также есть небольшая вероятность, что Apple представит наследника iPhone SE. Еще одной новинкой может стать компактная версия смарт-колонки HomePod.